тепловизора хорошо работает, ее не сильно пробивает тепловизор. Вот, то есть и ночью тепловизоры практически не видно. Бронежилет – это разработка приморских конструкторов, также ткань с инфракрасной эмиссией. Штурмовой бронежилет, вес у него меньше, чем у западных аналогов. Инструкции для ведения боевых действий – это гусеничная платформа для эвакуации раненых и для доставки боеприпасов. Преодолевает всевозможные препятствия, может доставлять заряд для радиостанции, может доставлять боеприпасы, незаметно, не поддается тепловизорам.